Привет, друзья! Я Евгений Чубарь, за рулем Анастасия Мищенко, поющий ведущий наш дуэт. Мы мчим на гастроли. В сегодняшний субботний вечер мы выступаем в замечательном городе Боковское, где мы даем свой сольный концерт, да, станица Боковская. Едем уже 1:31. Ну, смотрите, что будет дальше. Какие облака красивые, сегодня будет, наверное, хороший праздник. Однозначно, по-другому быть не может. Ну, вот такой лухаревилаж в станице Боковской, такие коттеджи, такие дома, громадные спортивные магазины. А, это, наверное, бассейн, как в Миллерово. А, скорее всего, да. Точно, типовая постройка. Мы подъезжаем буквально еще несколько седых волос в моей голове, и мы примчим. Вот еще раз, Настенька. Вот так вот Настя нас ездит. Ну, ничего страшного. Мне кажется, у меня уже прическа была. Ну, в общем, такая станица Боковская. Кто не был, приезжайте. А лучше приглашайте нас. Вот мы приехали. Я тут. Гостиница. Какие-то кафе, улица. Обычная деревуха. Такое замечательное кафе. Сегодня мы работаем здесь. Еще не разобрали аппаратуру. Ой, это все на себе тягаем. Так тяжело всегда. Анастасия заносит последние ножки вот от стойки. Работа поющих ведущих, дорогие друзья. Ну, буквально через несколько мгновений вы нас увидите совсем другими, красивыми, молодыми и наряженными. Да, Анастасия? Да. Ну, а пока Настя в стиле лета. Именно. Таким образом Анастасия готовится. А у меня прям выделили полку специальную для моих всех приспособлений. Вот костюмы не видно, а столик. Нас уже кормят очень вкусно, хорошее. А всем рекомендуем. Станица Боковская, ресторан Натали. Натали, да. Натали. Скажи еще раз Натали. Натали. Удали мои печали, накорми. Ну, буквально несколько минут и куда я прощалась. Что-то поломало. Поломала, чини. Дорогие друзья, ну вот почти что завершился замечательный праздник нашего юбиляра в станице Боковская. Боковская. Да, давайте все вместе поздравим, конечно же, еще раз с днем рождения нашего замечательного Виктора Валентиновича! Ура! Чтобы каждый человек стал знаменитым. Ну вот завершилось замечательное мероприятие в Боковской. Очень устали, долго ехать. Но я считаю, Анастасия, что Боковской нужны такие звезды, как мы. Ты как? Однозначно, согласна с вами, Женя. Нам подарили королевских креветок, полторта, ну там не видно, где-то там. Да. И пиво еще. Три пива бесплатно. Да. Как называть его? Энергетик для Анастасии, потому что она за рулем, она не пьет. Да. Ну это плохая реклама. Плохая реклама нашему творчеству, мы вообще тоже не пьем, но пиво мы везем домой с креветками. Друзья, мы рады разделить ваши торжества. Настя, видно только тебя. Ничего. Да, но слышно мой голос, да. Тем, кто еще не определился с поющими ведущими, с ведущими музыкантами, самый лучший дуэт на севере, да что там, в целом мире. Самых студентов это Анастасия и Евгений Чубарь. Анастасия Мищенко, Евгений Чубарь. Свадьбы, праздники. Поем, ведем, танцуем. Закатывайте нас.